Всем привет, уважаемые любители русской рыбалки 4, с вами Медиазона ТВ. Сегодня мы находимся на озере Медвежье, на точке 44-50, клипса 20 метров. Здесь у нас клюет карп зеркальный и амур белый. Вот, сразу говорю, то, что точка под высиживание трофеев, трофеи высиживать надо на крупные бойлы. Я облавливаю на кукурузу, чтобы показать улов и какая рыба вообще здесь ловится, да, клюет, по крайней мере, на эти сборочки. Вот, просто некоторые пишут там в комментариях, а что у тебя одна мелочь клюет? Да потому что облавливаю на кукурузу. Я показываю улов, какая рыба присутствует, а высиживать или не высиживать, это вы решаете сами. Итак, 44-50, клипса 20 метров, находится это в квадрате у нас Е5, то есть появляемся на базе, тупо волосы назад, таким маршрутиком, бежим, добегаем до точки, закидываемся вот на такие сборочки, используя хинстив, стандартно карпа, у нас литкор, подлин, флюкарбон и поводок, большой первый крючок, вот этот крючок хороший очень, в принципе, можете сами прочитать, ну, вообще он, короче, для ловли трофейной рыбы в экстремальных условиях, короче, балдежно, с них мало сходов, по крайней мере, у меня. Вот, использую ягодный микс, использую ягодный джем и использую ягодный пердоль, молотый горох, опарыш, кукуруза, ягоды рамленые, бисквит, ежевичий джем. То есть вот так вот. Все три сборочки у нас одинаковые, на данной точке я нахожусь, ну, где-то минут 45, наверное, за это время у нас 42 хвоста. То есть, в принципе, на кукурузу здесь клюет достаточно неплохо. Вот, показываю третью сборочку. То есть, в принципе, все у нас одинаково. Использую всегда флюрокарбонные поводки. Они медленнее изнашиваются, чем под глину. Не знаю почему, с чем это связано, но у меня вот так вот. Вот, давай теперь... Ух ты, ёптель, мофт не ту взял. Давайте перейдем к нашему лову, посмотрим, что у нас получилось. Сейчас вот этот крокодильчик вытащим. Таски. Ну, понятное дело, что много мелочи, но тем не менее. Точка, еще раз повторюсь, под высиживание трофеев на бойлы. На бойлы. Ну и для тех, кто просто хочет почилить на точке, то можете здесь почилить и на кукурузку. Вот, а по улову у нас следующее. В прилове у нас карп чешуйчатый, его мало, но заходит крупненький. Карп зеркальный неплохо клюет, много мелочи. Карп голый залетел один всего. Карась серебряный, карась золотой, амур белый. Вот, то есть, в принципе, на данной точке мы находимся около 45 минут, и за это время у нас 43 хвоста. Это более чем достаточно хороший улов. Всем ни хвоста, ни шуи, с вами был у меня Зона ТВ, пробуйте почилить на точке и закрыть трофеи. Всем пока-пока.